Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему, как можно быстро и просто сделать ловушку для ос на винограднике, которые поедают сладкую ягоду винограда. Берем пластиковую бутылку, в данном случае это 1,5-литровая бутылка, где проходит одинаковый диаметр по окружности, в одной плоскости. Там будем делать разрез. И по окружности разрезаем ее. Все. Бутылка готова. Снимаем пробку с нее. Так вот ставим. Если эта ловушка будет стоять на земле, то достаточно. Сюда заправляем необходимым сиропом. Но лучше всего она идет это на сухофрукты. Если сухофрукты мы положим и сахару добавим, то оса хорошо идет на эту приманку. Но если нам необходимо эти ловушки для ос подвесить, для этого необходимо здесь делать дырку. Достаточно в одном месте делать дырку. Отступаем где-то сантиметр от верха. И делаю прокол в дырку. Такую дырку сделаю. Завожу сюда проволоку. Лучше алюминий или медь. Вот проволоку сделали. Вот так. Ставлю назад эту заглушку. И все. Вот так. Одного конца достаточно. За один конец вот так подвешиваем. И она чуть-чуть наклонна. И она будет так висеть на проволоке. И здесь будут попадать осы. Они хорошо будут идти на любую приманку, которая будет состоять из сладкого сиропа. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.